наступлением низких температур повышается риск несчастных случаев на водоемах. Часто пытаются испытать его на прочность дети и любители зимней рыбалки. Многие забывают, что выход на лед всегда опасен. Наш корреспондент Виталий Абрамов напомнит об основных правилах поведения на осеннем льду. С наступлением первых заморозков многие люди, особенно дети, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности. Как говорят спасатели, безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7-10 сантиметров. И если вы оказались свидетелем, как кто-то провалился под лед, то опытные спасатели советуют. У спасателя должна быть площадь опоры максимально большая и попытаться помочь пострадавшему подручными средствами, не подходить к нему слишком близко, потому что лед может быть тонким, точнее он будет тонким, и можно самому повалиться под лед. Это, в нашем случае есть конец Александрова, мы ему подкинем и вытащим. Ну, если человек в сознании, то постараться его в теплое место определить, согреть, дать найти ему сухую одежду, переодеть его, горячее питье, ну и вызвать скорую. В устьях рек и его притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, а также в районах произрастания водной растительности. Если, не дай бог, вы все же провалились, то самое главное не паниковать. Сейчас лед примерно 4 сантиметра, 5 сантиметров, это еще недостаточно безопасный лед. И в случае провала вам, конечно, необходимо не паниковать первым образом, да, то есть соблюдать, постараться успокоиться, да, найти, нащупать кромку, обязательно возвращайтесь в то место, откуда пришли, то есть развернитесь на 180 градусов и попытайтесь вылезти на лед, но не полностью опираясь на руки, да, вам необходимо как можно больше создавать площадь, да, можете попробовать спиной это сделать, то есть выбраться на лед, то есть создавайте как можно большую площадь поверхности, да, и помогайте вас спасти, ни в коем образом тоже не мешайте это делать спасателям. Если вам непременно необходимо преодолеть опасный участок замерзшего водоема, делайте это в присутствии страхующего, скользящими шагами. И нужно быть особенно осторожным после снегопада, так как снег скрывает опасные участки на льду. Спасатели призывают взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи замерзающих водоемов, пресекать игры и шалости на неокрепшем опасном осеннем льду. Выполнение рекомендаций сохранит жизнь и здоровье вашим детям и поможет избежать трагедии. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.